Ударными темпами идет сооружение крупнейшей в Европе газовой магистрали. Ее протяженность от Оренбурга до западной границы СССР 2750 километров. По магистрали ежегодно будет проходить 28 миллиардов кубических метров газа, из которых свыше 15 миллиардов получат предприятия братских социалистических стран. В соответствии с комплексной программой социалистической и экономической интеграции стройку ведут все европейские страны-члены СЭВ. Строительные коллективы этих стран приняли повышенные обязательства в честь 60-летия Великого Октября. Строители из Польши обязались закончить сварку на своем участке магистрали на 10 месяцев раньше намеченного срока, к 7 ноября этого года. Специалисты из Венгрии начали сооружение очередной газокомпрессорной станции. К изолировочным работам на прикарпатском участке приступили советские строители газопровода. Отсюда, в Карпаты, а там и западная граница. В будущем году трасса «Дружбы» вступит в строй действующих. Thank you.